Привет всем, вы на канале AnyLife. На этом видео буду показывать, рассказывать кэшбэк сервис CBCM. Вот, мама принесла чеки с покупок. Сейчас я их перед вами добавлю в кэшбэк сервис. Вот мой депозит в кэшбэк сервисе, он приносит мне доход 6% в месяц разными долями. Вот мой CBCM баланс, кэшбэк чеки сканирую, эти чеки приносят кэшбэк, а этот кэшбэк вот сюда на баланс приходит. Вот зелененькие дорожки видно, друзья, видите, тут уже 68.08 долларов, то есть кэшбэк вот еще не дошел, может быть с этими чеками этот на этот месяц пополню полностью. Тут можно пополнить чеки только до 100 баксов, это понятно, да, друзья? Ну все, сейчас вам покажу, как добавлять сюда чеки. Так, куски, набираем чек, смотрим в папку, заходим, открываем, ищем чек 780, вот он, чек 780, все, закрываем, выбираем, все, закрепился, 12.04, сегодня понедельник, сумму чека пишем, 780. Добавляем. Все, покупку успешно добавлена. Следующий чек добавлен таким же образом. Вот тут кнопка, нажимаем кнопку, дату выбираем, 12. И флажок Россия. Сперва крепим. Сперва надо же посмотреть, какой чек. Открываем чек. Смотрим. ₽54. Находим ₽54. Вот оно. Закрываем. Пишем сумму. ₽54. Добавляем. Покупка успешно добавлена. Следующий чек. Прикрепляем чек. Фото чека. Прикрепляем. Открываем фото. Я заранее в компьютер закинул 44 рубля. Где они у меня были, 44 рубля, вот они 44 рубля, так, этот закрываем, прикрепляем, пишем сюда 44, добавляем,
успешное, покупку успешным добавлением нельзя. Примерно понятно, друзья, как добавляются чеки в кэшбэк-сервис. Прикрепляем фото, заранее подготовленное. Выбираем фото. У нас какой сейчас ценник? 27 рублей. Вот как раз здесь лежит. То есть. Закрываем. Креплю. Сумочек пишем. 27 рублей. И добавляем. Покупку успешно добавляем нельзя. Дальше пошли. День 12.04.2021 года. Выбираем. Россия. А, нет, еще так. Выбираем сперва не сумму чек, а фото. Открываем. $142. Вот оно. Появился фото. 142 рубля. Добавляем. Покупка успешно добавлена. Видите, друзья? Следующая покупка. Добавляем. Выбираем то же самое, 12 число, выбрали, Россию выбрали, смотрим, следующий чек, $203.91, где она у меня, вот она. Закрываем. Крыплю. Появился фото. Все. Пишу. 203 рубля. Добавляю чек. Покупка успешно добавлена. Видели, да, друзья? Как просто добавлять чеки. Следующий. Дату. Одинаковый, то же самое. Сложил Россия. Я в России живу. А если у вас другая страна, выбирайте другую страну. Вот тут флажки. Например, нажимаете, выбираете свою страну, друзья. Вот тут. И все. Дальше больше. Прикрепляем фото. Открываем фотографию. Так. Правильно открыл? Нет, я уже этот добавил. Вот следующий фото. Сумму чека надо сейчас посмотреть. 235 рублей. Добавляем. Появился фото. 235 рублей. Добавляем. Покупка успешно добавлена. Ну, друзья, таким образом добавляете. Вот таким образом, друзья, чеки добавляем. Я добавлял кэшбэк сервис. Вот. Для кэшбэк сервиса работы
чтобы она заработала, нужен депозит. Вы его уже поняли, друзья. Вот. И сейчас я добавил чеки. Они как будут работать? Сейчас я вам вот написал на бумажке. Сейчас я вам покажу. Вот, друзья. Смотрите. Вот. Апрель, май, июнь, август, да? Вот сейчас я добавил чеки. У меня завтра вот эти чеки, вот эти чеки завтра начнет работать через 24 часа. 3% придет завтра, послезавтра 3, послезавтра 3, 3, 3, 3. Вот. 6 дней по 3% идет, и они объединятся, плюсуются в 15%. И будет 15%. Вот эти сегодняшние чеки. И в следующем месяце тоже. Вот эти тоже чеки, которые я вот сегодня добавил. Вот эти чеки. На следующем месяце, в мае, тоже 3 приходят. Каждый день. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Плюсуется. И 15% будет. Каждый 6 дней, каждые 6 дней, все 3% плюсуются и в 15% будет. Каждый день вот с этого чека, вот с этих чеков. Каждый месяц 3%, 15%, 3%, 15%. И каждый день 3, 3, 3, 3. В этом месяце 3, в другом, в следующем месяце 3, 3, 3, 3. И на следующем месяце 3, 3, 3, 3, 3. И рисуется через 6 дней в 15%. 15, 15, 15, 15, 15. Понимаете, друзья, какой пассив? От простых чеков, от простых, от таких вот простых чеков. Для вот этот пассив появляется, потому что здесь депозит работает. Если у вас депозит не будет, вот тут, то пассива не будет, то кэшбэк-сервис ваш не будет вам приносить проценты пассива. Вот поэтому сюда нужно сперва вложиться хотя бы 100. Тут от 100 баксов до миллиона долларов можно вложиться. От 100 баксов хотя бы вложиться. Вот я вложился 100 баксов. Вложиться и чеков сканировать, как я вам сегодня показал на видео. Вот у меня 18 баксов, 65 баксов, то есть центов на счете CBCO Support. И он каждый день капает, каждый день приходит. Вот зелененькая дорожка сюда зашел, у меня тут чуть-чуть только осталось добавлять. На этом месяце, в апреле, вот апрель месяц, когда я полностью добавлю чеков, все, больше мне не даст система добавить. Это понятно, да? Как тут добавлять, я вам показал чеки. Вот как приходит начисление кэшбэка от чеков. Вот видите, друзья? Проценты по депозиту. Приходят, друзья. Проценты по депозиту. Кэшбэк. Начисление кэшбэка от чеков. С чеков приходит. Все тут расписано, все тут показано. Главное, надо изучить, посмотреть все и детально. Если что-нибудь непонятно, друзья, пишите в комментариях под видео вопросы. Я вам расскажу. Оставлю ссылку под видео, оставлю ссылки в соцсетях. Заходите, спрашивайте. Задавайте вопросы и так далее. Вот. И тут можно еще без вложений зарабатывать, если у вас вообще нету денег, 8000 рублей или 100 баксов, то вы можете сюда пригласить своих друзей. Прежде чем пригласить, вы сами зарегистрируетесь на этом финик-компании. Пройдете верификацию с паспортом.
Это обязательно. Вот тут в настройках она. Вот тут в настройках. Вот видите, друзья, вот в настройках. Проходите верификацию с паспортом. После того, как вас одобрили, рассказывайте вашим друзьям о кэшбэк-сервисе CPC One. Как только ваши друзья в кэшбэк-сервисе зарегистрируются, пройдут ту же самую верификацию с паспортом и вложат на депозит 100 баксов, вам придет от реферальных программ. У меня тут по нулям рефералки, потому что у меня никто не вложился пока. В команде 22 человека. И все ждут что-то. Рассказываю, ждут что-то. Вот. И у вас появится 5% от своих друзей, от приглашенных рефералов. Это понятно? 5%. Приглашаете человека, друга своего, 5%. С каждого человека по 5% приходит. Ну вот, друзья, я хотел этот кэшбэк и чеки, да, про чеков сегодня хотел рассказать. Сказал. Кто слушал, кто смотрел до конца, спасибо вам. До следующих видео.